9 июля в аметистовом зале Донецкой филармонии. Авторская программа Даниила Милки «Созвучие лепестков». В магическую атмосферу и неповторимую ауру слушателей погрузят оригинальные произведения и импровизации на барабанах Раваст, Орион Драмс и Каатон. Принимают участие Анастасия Русанова, арфа, Сергей Герасименко, перкуссия, Артем Алексеенко, гобой и Сергей Спивак, флейта. Подробности в кассе и на сайте филармонии.